Больше 3000 убийц условно-досрочно вышли на свободу в Казахстане за последние 4 года, сообщает Tengri News. Только за 4 года по статье убийства в Казахстане были осуждены почти 5000 человек. На срок от 25 до 30 лет лишены свободы 4 человека. 35 приговорены к пожизненному заключению. С заключением в суды поступили более 10 тысяч материалов об условно-досрочном освобождении осужденных за убийство. И 3000 человек вышли на свободу. В их числе Ержан Утембаев, осужденный ранее за пособничество в убийстве политика Алтынбека Сарсембаева и двух его помощников.